Доброго дня всем добрым людям. На YouTube-канале Марка Солонина. Внеочередной и внеплановый на техникум. Не сомневаюсь, что почтеннейшая публика ждет продолжения разговора о первых турбореактивных двигателях, а дальше на следующие двигатели, первые в мире. Крылатые ракеты, естественно, немецкая Фау-1, на чем я сейчас и готовил вам. Но все наши планы в очередной раз спутал Вова Путин со своими очередными фейками, очередными мультиками. Поэтому сегодня мы проговорим про путинский «Буревестник», ужасающую ракету с ядерным двигателем, которая уже всех победила или в ближайшем будущем всех победит. Прежде чем я начну грузить вас почтеннейшими разговорами о технике, которую мы все любим, я предлагаю людей, в том числе далеких от техники, просто включить мозги. Ребята, на осинке не растут апельсинки. Это не высшая математика, это не термодинамика, это ботаника. Я надеюсь, что ботанику вы знаете на 5. Но не растут на осине апельсины. Не может страна бензоколонка производить какие-то аналоговнеты. Аналоговнеты, она за редчайшими, а может быть ошибочными, на мой взгляд, исключениями, может быть, когда-то делала в те славные времена, когда это была не Россия, это был огромный Советский Союз. То есть это Россия плюс Украина, плюс Беларусь, плюс Кавказские республики, плюс Прибалтика, Средняя Азия, где везде были научные коллективы, были специалисты, были ресурсы, была совершенно другая страна, в которой никто не работал помощником мерчендайзера в плане хедхантинга. И вот эта страна с ее усилиями в лучшем случае на протяжении 2 золотых десятилетий, 50-х, 60-х годов, шла ноздря в ноздрю или, может быть, как сейчас мы это видим, постоянно отставая на несколько лет, на несколько шагов от мирового лидера. О чем можно говорить сейчас, когда все умные из этой страны уехали лет 20 назад, полуумные уехали лет 10 назад, уехал миллион немцев, уехал миллион евреев, целыми республиками и государствами отвалили целые народы. Что же там может такого произойти, аналоговнетного? Это такое простое, ясное, сугубо ботаническое объяснение. А теперь переходим, собственно говоря, к техникуму. А что такое за зверь ядерный реактивный двигатель? Мы об этом уже много раз говорили, но я не виноват. Вова Путин долдонит свои глупости. И я с настойчивостью дятла пытаюсь опровергнуть правила Марка Твена о том, что обмануть людей гораздо проще, чем объяснить тем, что им обманывают. Вслед за Вовой Путиным все это дело рассказываю, как оно есть на самом деле. Вы это все слышали, вы это все знаете, вы это все обязаны знать, если вы дисциплинированно ходите на занятия нашего техникума. Итак, смотрим на картинку. В очередной раз вы сейчас от меня услышите, что любой ракетный, реактивный, как его ни назови, двигатель должен содержать в себе как минимум два элемента, два агрегата. Все остальное может быть или не быть, но два должно быть обязательно. Камера нагрева и сопло. В камере нагрева рабочее тело нагревается, соответственно, расширяется и выливается, ему надо куда-то деваться, и устремляется в сопло, где разгоняется до большой скорости, тепловая энергия превращается в кинетическую энергию высокоскоростной струи того самого рабочего тела, который вылетает в одну сторону, а все вместе, двигатель, ракета, летит в другую сторону. В самом наипростейшем варианте, верхняя картинка – это затопленный двигатель, проще уже придумать нельзя. Рабочее тело, все целиком, полностью уже загружено, заложено, залито в камеру нагрева. Какова камера нагрева? В данном случае является камера сгорания.
Вот там оно сгорает, при этом нагревается, ну и дальше, значит, вылетают продукты сгорания. Это рабочее тело из твердого стало газообразным, вылетело в сопло. В гораздо более распространенном случае жидкостного ракетного двигателя рабочее тело хранится в отдельном баке, как правило, в двух баках для двух компонентов. Каким-то способом, не отвлекаемся, попадает в камеру сгорания, там сгорает, нагревается, вылетает. Много раз мы с вами говорили о том, что хотя в 99,999% случаев практически всегда камерой нагрева является камера сгорания, и рабочее тело способно гореть, но в общем случае, в самом общем случае, мы должны четко понимать, что это камера нагрева. А нагрев может быть и не обязательно в результате горения. Вот эту картиночку мы с вами тоже разглядывали, когда говорили про жидкостные ракеты, двигатели, полет на Луну и так далее. Совсем не обязательно нагрев рабочего тела должен происходить в результате реакции химического окисления. Горение может быть по-другому. Вот, например, как перед вами. Камера нагрева есть. Баллон с рабочим телом, который каким-то образом не отвлекается, каким-то попадает туда, в камеру нагрева. А кто же ее нагревает? А нагревает ее внешний источник тепловой энергии. Например, атомный реактор. Ну, то, что я так-то пытался изобразить, допустим, атомный реактор, вот там происходит управляемая ядерная реакция, реакция деления, выделяется очень-очень много тепла, это тепло снимается, например, жидким теплоносителем, который циркулирует через ядерный реактор, снимает тепло, соответственно, предотвращает реактор от того, что он расплавился, и дальше это тепло по трубочкам, змеевичком заносится в камеру нагрева, где вышеупомянутое тепло и нагревает рабочее тело. Оно расширяется, вылетает в сопло. Все это дело двигается. Мы это с вами тоже видели. А в случае, если двигатель воздушный, реактивный или по-простому самолетный, вот так, по-простому самолетный, то в качестве рабочего тела используется воздух, окружающий нас бесплатный, практически бесконечный, неограниченный воздух. Нам не надо с собой возить рабочее тело в каком-то баллоне, в каких-то баках, просто этот воздух заходит через какое-то входное отверстие, что-то там, как, неважно, сжимается, не сжимается, нас сейчас не это интересует, он, в общем, туда заходит почему-то через воздухозаборник, нагревается теплом атомного реактора и вылетает сопло. Такой вариант будет называться воздушно-реактивным или просто реактивным, или самолетным, а предыдущий вариант, когда мы все рабочее тело, как правило, в жидком виде возим с собой, это будет называться ракетный двигатель. Понятно? Все понятно. И вы это все должны знать. А когда это придумали умные люди это знали всегда. Следующую картинку, которую вы тоже видели, не сомневаюсь, что вы немедленно вспомнили, что это такое. Это удивительный и невероятный радиатор жидкостного охлаждения двигателя на знаменитом и легендарном английском истребителе Второй мировой войны «Спитфайре». Вот так вот там было все по-умному сделано, что радиатор надо как-то поместить в воздушный поток, чтобы он его обдувал, ну, как на вашем автомобиле. А вот там умные люди сделали такой хитрый, сложно профилированный канал воздушный на подходе от воздухозаборника на выходе, что, ну, конечно, как двигатель это не работало, но, тем не менее, тепло от радиатора. Мы не ставим задачу греть воздух, наоборот. Наоборот, конструкторы авиамотора были бы счастливы, если бы они не грели воздух, а всю энергию сгоревшего бензина отправили на раскрутку винта. Но так не получается. Огромное количество тепла уходит в систему охлаждения. Второе начало термодинамики. Не обойдешь. Радиатор горячий. Он неизбежно нагревает воздух. Но если нагревать воздух в таком сложно правильно сделанном канале, то появляется, ну, если не дополнительная тяга, но хотя бы сопротивление радиатора существенно снижается. Это люди придумали, как вы понимаете, первая половина 40-х годов. Это Спитфайр, самолет Второй мировой войны. Так что все это давным-давно известно. А теперь переходим уже, собственно, к практическим ядерно-реактивным делам. А как мы все с вами помним, ну, судя по возрасту наших уважаемых зрителей, некоторые это просто помнят, а другие в книжке читали,
когда, значит, придумался атомная бомба, придумался ядерный реактор, то есть управляемая ядерная реакция деления, умы человечества были охвачены лихорадкой, просто лихорадкой. В руках оказался вот этот вот кольцо могущества, его стали сувать куда только можно. Вот у нас теперь появился ядерный реактор. Замечательно, давайте мы его... Ну, к чему? Допустим, мы его поставим на ледокол. У нас получается атомный ледокол Ленин. Да, совершенно верно. Аналогов не было. А вот давайте мы сделаем такой маленький компактный ядерный реактор, да засунем его в подводную лодку. У нас получится подводная лодка, которая может не часами, не днями, а месяцами находиться под водой. А давайте мы сделаем еще что-то. А давайте мы атомный реактор вот приспособим и сделаем такой вот полярный арктический дом на гусеницах. Вот бывают, знаете, такие туристический дом на колесах. Поэтому делаем дом на гусеницах. Внутри него ядерный реактор. В результате вот он ползает по Северному или по Южному полюсу. За стенкой минус 60, а внутри у нас тепло, светло, горячая душная энергия практически бесконечное количество. И это всегда, потому что несколько килограммов там, или сколько, десятков килограммов от ядерного топлива хватит на несколько лет. Замечательно, прекрасно. Куда только не совали вот этот вот, оказавшийся в руках у человечества его лучших умов, ядерный реактор. Ну, разумеется, не могли пройти мимо. Не могли мимо пройти, это дело ракетчики. И две, скажем так, главные линии научно-технического прогресса 50-х годов, ядерная и ракетная, абсолютно неизбежным образом пересеклись. Конечно же, всем захотелось использовать колоссальное энерговыделение ядерного реактора, использовать огромную энергоемкость ядерного топлива, практически бесконечно происходящая энергоемкость любых аккумуляторов или химического топлива, для того, чтобы это дело присобачить к ракете. Ну, общую схему мы уже видели, вот еще раз, она уже в чуть более подробном варианте. В качестве рабочего тела используется, да, конечно он, жидкий водород, самый легкий вещество, какое бывает на Земле. Жидкий водород, вот мы увидим, он прямо буквально проходит через зону, через активную зону, он же является охладителем ядерного реактора, непосредственно через него его прокачивают, и когда жидкий водород превращается в газообразный водород, еще нагретый до 3000 градусов Кельвина, то он вылетает в сопло, где разгоняется до колоссальной скорости во много километров в секунду. Ну, а часть его, видите, трубочка отводится, чтобы крутить турбинку. Каковая турбинка? Крутит насос. Каковой насос? Все это дело и подает. Это картинки. А теперь мы переходим от картинок прямо-таки к самому настоящему делу. Вы можете не сомневаться. Что это дело, конечно же, начали раньше всех делать в Соединенных Штатах. И сделали его в Соединенных, его реально сделали. Об этой программе НЕРВА, ну, Nuclear Engine и так далее, ядерный двигатель для ракеты, к сожалению, мало знает публика, а он развивался, этот проект НЕРВА, параллельно с проектом Сатурна, ракеты для полета на Луну. И потрачено было ресурсов вполне сопоставимо, и были получены столь же феноменальные результаты. А первое, что вы видите перед собой, это, конечно, схема, которая показывает размеры рядом с человечком. Это двигатели, обратите внимание, они в необычной позе, соплом выход, ну, то есть соплом наверх, то есть струя, реактивная струя будет бить по этой картинке наверх. Вот их там было последовательно 4 варианта. Можно сказать, 4 поколения. Программа эта началась в 1955 году. В 1955 году она началась. В 1958 году программу эту, ну, взяла под свое крыло НАСА. Значит, задача была в том, чтобы создать ядерный двигатель с тягой порядка 30 тонн. Это весьма скромно. Ну, как вы помните,
На «Сатурне-5» было 5 двигателей по 700 тонн каждый. Поэтому достоинством главным здесь была не какая-то запредельная тяга. Тяга была весьма скромная. А, во-первых, исключительно высокий удельный импульс. Ну, помните, что это такое, да? Порядка 850, так они получили 850, что в 2,5 раза лучше, чем самый лучший ракетный, ну, химический ракетный двигатель того времени. Удельный импульс – это показатель экономичности. То есть, удельный импульс 800 секунд. Это значит, что расходы 1 килограмм рабочего тела, двигатель будет создавать тягу в 1 килограмм силы, то есть в 10 ньютонов, а в течение, ну, там, как я бы сказал, 800, значит, в течение 800 секунд. Если 850, 850 секунд. То есть, это показатель экономичности того, как мы используем рабочее тело. И, соответственно, ядерный этот двигатель мог бы работать с феноменальным удельным импульсом и работать не сотни секунд, как работает обычный химический двигатель, а тысячи секунд. Для чего все это дело и делалось? Оно реально было сделано, В 1964 году у них уже заработал, собственно, сам компактный реактор, с которым много возились, и в конце концов довели его до чрезвычайно устойчивой работы. Он работал уже десятками минут, он включался и выключался. А были проведены очень интересные испытания, рядышком ставили несколько ядерных реакторов, никто никогда такого не делал. Ну, ни на каком ни подводной лодке, ни атомном авианосце никогда не стоят рядом два реактора. А что будет, если поставить два? Как они будут вот так долго влиять? Нейтрончики-то летают? Нет, выяснилось, что все нормально. А, то есть ядерные ракетные двигатели, может быть, собирать в пакеты так же, как собираются обычные химические. Доведя до некоторого состояния, некой кондиции двигатель, извиняюсь, реакторы, они уже начали испытания двигателей. Представьте себе, двигатели они реально испытывали. Ну, вот это макет. Это макет, который, заметьте, был показан журналистам. Это макет. Вот он уже на испытательном стенде. Вот тут люди с ним работают. Такие размеры испытательного стенда. И самое главное, это все просто работало. Это зал управления. Еще раз повторяю, в проект были вложены колоссальные деньги. Развивался он буквально вот в те же самые месяцы и годы, когда создавалась гигантская лунная ракета «Сатурн-5». Ожидания были очень большие. И что самое удивительное, ну не то, что удивительно, что похвально, что ожидания оправдались. Вот перед вами замечательная табличка. 44, если я не путаю, испытание было проведено с сентября 64 по март 69 года. Действительно, параллельно Сатурну, с лунной программой. Была получена выходная мощность реактора, работающего, видите, 1000, более 1000, 1100, 1200 мегаватт. Пожалуйста, запомните эту циферку. Более 1000 мегаватт. Если в первых запусках он работал десятки секунд, то под конец они уже довели до того, что он работал, видите, полчаса. Ну, полчаса двигателя, работающего, естественно, в космосе, в вакууме, с тягой 30 тонн. В общем, можете представить, что они ожидали. А по результатам этих испытаний, причем они были совершенно успешны, НАСА составила отчет о том, что двигатель вполне пригоден для установки уже на верхние ступени ракеты-носителя. И они под этот двигатель планировали пилотируемую экспедицию, пилотируемый полет на Марс через 10 лет в 1978 году. Еще раз подчеркиваю, оно работало, оно реально работало. И проект был закрыт в 1973 году, закрыл его президент Никсон. По соображениям, ну, может быть, совершенно правильным соображениям, по соображениям экономическим, просто чудовищно дорого. Ну, чудовищно дорого. Америка такая интересная страна, что у них парламент называется Палата представителей. Представители народа сказали, ну, ребят, у нас половина народа без медицинской страховки, а мы то Вьетнам спасаем, то мы космос завоевываем, давайте займемся собой, а? И в 1973 году это дело закрыли, проект закрыли, но был получен, конечно, колоссальный совершенно объем научных, технических, технологических знаний. Вот это то, что делали американцы, что же получается, это примерно 60 лет назад.
60 лет назад. Разумеется, можете даже не сомневаться, что все то же самое пытались сделать в Советском Союзе, с отставанием на 5-10 лет, с мощностью, соответственно, в 20 раз меньше и безо всякого результата. Картинка, которая сейчас перед вами, вам тоже должна быть известна. Мы ее тоже разглядывали. Когда у нас был ракетный цикл. Это тот самый двигатель РД-0410, Воронежская КБ «Химавтоматика». Таким замечательным названием скрывалось одно из мощнейших и очень продвинутых в техническо-научном отношении конструкторское бюро Советского Союза, в котором разрабатывали мощные жидкостные ракетные двигатели. Так вот, по постановлению Совмина КПСС, как положено, в 1965 году, у американцев уже работало реально что-то на стенде, в 1965 году было постановление ЦК о том, что надо разработать, поручили это дело химавтоматике, должен был быть сделан двигатель с тягой 3,6 тонн, ну, это там, раз 8, а меньше, чем у американцев, и, соответственно, мощности больше 60 мегаватт даже не ожидалось, еще у американцев было 1200, 20 раз больше. Работали много, никаких огневых испытаний никогда не было, но был сделан реактор, был реально сделан реактор. В 1978-81 годах он начал испытываться в Семипалатинске, то есть через 5 лет после того, как Никсон уже все закрыл у американцев, начались советские испытания реактора. Ну, двигатель как таковая железка был сделан, турбонасосы, все турбонасосные агрегаты были сделаны, тоже на жидком водороде, и это, как пишут знающие люди, очень пригодилось в дальнейшем КБ химавтоматики, когда они делали, причем сделали они очень качественный, нормальный двигатель кислород-водородный, вот этот опыт работы с жидким водородом, но двигатель не работал ни одной секунды как двигатель. Ну и в конце концов, потратив какое-то количество сил и времени, в Советском Союзе также этот проект был закрыт ввиду того, что жировель этот летает очень высоко, пожирает гигантские деньги, давайте-ка мы займемся синицей в руках. Это грандиозные проекты, которые, ну, у меня, думаю, вас вызывают просто восхищение тому, чем... величие человеческого ума и настойчивости. Однако эти проекты – это просто мышонок по сравнению со слоном, по сравнению с проектом «Орион», который двигали американцы. Это проект, представьте себе, взрывного ядерного. Если это можно назвать словом «двигатель». То есть мы уже собираемся двигаться не при помощи, а управляемая реакция, ядерная реакция, а прямо-таки при помощи бомб. На схеме это выглядит так. Значит, смотрим на левую часть картинки. Вот этот бабах, это взрывается, там взрывается атомная бомба, нормальная такая, урановая или плутоновая бомба деления. Очень маленькая, примерно в одну килотонночку. Ну, к тому времени это уже... Это тоже началось с 50-х. К тому времени такие уже заряды малой мощности делать умели. Смотрим на нашем канале. Есть кино под названием «Бомба в кармане». Там об этом рассказывается. Как научились делать такие маленькие. Так вот, она взрывается. Все, конечно, происходит уже в космосе, уже без воздушного пространства, уже далеко-далеко от Земли. И толкает... Это нарисована толкающая платформа. Ну, то есть, такой толкает плиту. А плита это через амортизаторы, демпферы, передает вот этот толчок на ракету. Вы, конечно, хотите спросить, а как можно толкнуть безвоздушное пространство, там же нет ударной волны. Смотря из чего. Ударной волны из воздуха там, конечно же, нет. Но вещество же не исчезло, ядерное. А ядерная начинка, да и вся прочая начинка бомбы, она не исчезла, эти... Десятки, сотни килограмм материи превращаются в высокотемпературную плазму. А плазма эта стремительно расширяется и толкает. Вы не поверите или поверите, но американцы этот проект «Орион», они планировали потратить на него 20 миллиардов тогдашних долларов. То есть цифра вполне сопоставимая. Но 40 миллиардов они потратили на полеты на Луну, всю программу полетов на Луну.
Что-то страшно сказать, но там вообще ожидались какие-то феноменальные вещи, какие-то полеты на Альфа-Центавру, какие-то гигантские космические корабли с тысячами астронавтов. Главной проблемой было для них, а что вообще, не исчезнет ли, не испарится ли эта плита? Ну, никогда это, конечно же, не испытывалось, уж не буду вас обманывать и утешать. Однако, наземные были проведены испытания в 9 метрах от, ну, то есть устанавливается ядерное взрывное устройство килотонной мощности, килотонного энерговыделения, и в 9 метрах от него раскладывались стальные шары, покрытые толстым слоем графита. И что, оказалось, все нормально, шар остался шаром. То есть графит немедленно испарился, унес с собой тепло, а шар оказался вполне себе шаром, то есть он даже не сдеформировался, то есть графит испарялся достаточно симметрично. И таким образом они пришли к выводу, что в общем идея рабочая, что платформа эта не исчезнет, не расплавится, не испарится, и что вот таким вот образом, взрывая там каждую секунду или каждую минуту, один за другим атомные бомбочки, можно будет в космосе, еще, конечно же, безвоздушное пространство, выводить все это надо туда обычными химическими ракетоносителями, можно что-то такое ужасное разогнать, и скажу вам, черти куда улететь. И черти куда улететь. До 65-го года, с 58 по 65 год, американцы этим делом занимались, но до Альфа-Центавры за 130 лет, как они планировали это дело, никуда не улетело. На скорости, заметьте, 10 тысяч километров в секунду. 1/30 скорости света. И в 65-м году вот на уровне таких первых каких-то полунатурных экспериментов это дело было закрыто. А что думаете, в Советском Союзе? Вообще, что удивительно, как-то так получается, как чем делают американцы. Через 5 лет это начинают делать в Советском Союзе. Я даже не знаю, почему так получилось. Да, тоже был такой проект. Также советские ученые, ну, прежде всего начали с того, не исчезнет ли платформа, не испарится ли она, если рядом с ней будет в нескольких метрах происходить ядерные взрывы, и что надо сделать, чтобы она не испарилась. Однако до каких-либо натурных экспериментов в Советском Союзе дело так никогда и не дошло. После той золотой эпохи 50-60-х, когда рывок научно-технический был просто, наверное, уникальный и единственный в истории человечества. Прошло 40-50 лет. Народ, конечно же, измельчал. Однако снова стал возвращаться народ к своему состоянию разумности. И снова, вот сейчас вот, разумеется, в Соединенных Штатах прежде всего, а уже подтягивается Великобритания и уже подтягиваются китайцы, конечно же, снова возвращаются к идее, к проектам ядерного ракетного двигателя. Прямо скажем, принципиально все это вытекает оттуда же, из проекта «Нерва». Но уже есть многие интересные... Скажем так, есть многие интересные картинки. Что с этих интересных картинок будет? Вот одна вот красивая картинка. Вот Lockheed Martin делает что-то. Ну, в принципе, по той же схеме. То есть ядерный реактор нагревает жидкий водород. Это все дело куда-то летит. А вот это Rolls-Royce-овский. Ну, Rolls-Royce нам, правда, практически родной. Для тех, кто послушал предыдущие три в нашей серии про первые турбуративные двигатели. Вот это Rolls-Royce-овский сверхминиатюрный ядерный реактор для ядерных ракетных двигателей. К сожалению, ничего не могу сказать, не нашел. Наверное, плохо искал. Ни габаритов, ни мощности. А вот опять же британский. Обратите внимание на дату. 14 июля 2023 года. То есть пока Путин рисует... Ну, не Путин рисует, а путинские прихлебатели рисуют мультики. Люди работают. Вот эта штука, по крайней мере, на этапе, извиняюсь за выражение, демонстратора технологии должна в 2027 году заработать. Это страшно сказать, что перед вами. Это уже даже не ядерная реакция деления. Здесь уже они что-то хотят, знаете ли, совладать с управляемым термоядом.
вот эти красивые катушечки, это магнитное удержание высокотемпературной термоядерной плазмы. И вот тепло, которое будет из этого дела получаться, будет разогревать рабочее тело. Это все, что я способен из себя выговорить, потому что это уже очень далеко выходит за границы моей компетенции. Но такую вещь люди делают. А самое же, на мой вкус, на мой взгляд, красивое делают американцы. Опять же, обратите внимание на дату, я вам ее объявил, 15.02.2023 года. Выдан грант американской компании, НАСА выдала грант на разработку ядерного ракетного двигателя, действительно, существенно нового типа, на, как это они его называют, двигатель на осколки разделения. Причем, что интересно, это я уже просто перевод с английского, оказывается, это давнишняя концепция, это, оказывается, даже не сегодня придумано. Оказывается, аналоги у нее были уже десятки лет назад. А в чем красота этой ошеломляющей идеи? А все то, о чем мы говорили до этого, был нормальный, то есть двигатель стоял из нормального, твердотельного, твердофазного ядерного реактора, то есть просто урановые стержни и, допустим, графитовые стержни замедлителя. Такая твердая штуковина, твердая сборка, тепловыделяющая, и через нее уже как тем или иным образом тепло от нее передается рабочему телу. А здесь рабочее тело и ядерное горючее объединены в единое, то есть такая аэрозоль, аэрогель, как это сейчас называется, то есть мельчайшие пылиночки, микроскопические пылиночки урана, взвешенные в каком-то газе, и вот в этой газовой фазе протекает управляемая ядерная реакция, выделяется тепло. То есть рабочее тело и ядерное горючее являются одним и тем же. Что, на их взгляд, позволит существенно сократить вес потребный рабочего тела. Ну и, соответственно, используется это для увеличения массы полезной нагрузки. Это, представьте себе, дело тоже, по их понятию, демостаты технологии должен в 27 или 28 году заработать. А то есть люди работают, ну, возможно, я плохо искал, но российских каких-либо разработок в этой области мне найти не удалось. Это сложные, в значительной степени авантюрные, может быть, никогда и не будущие иметь практического выхода проекты или прожекты, связанные с использованием ядерного ракетного двигателя там, в космосе, в безвоздушном пространстве, за тысячи километров от обитаемой Земли. То ли получится, то ли не получится, но какая-то здравая мысль в этом есть. А теперь мы делаем следующий шаг и переходим к разговору об авиационных, воздушно-реактивных двигателях, в которые в камере нагрев воздуха, поступающего из безбрежного воздушного океана, производится ядерной реакцией, теплом ядерного реактора. Это аналоговнетная, на тот момент действительно такое еще никто не придумал. Вещь, конечно же, была придумана американцами, можете не сомневаться. Обратите внимание на дату, октябрь 1951 года. Это разворот журнала Popular Science, популярная наука. Вот, опять же, обратите внимание совершенно, в открытой печати для любознательных старшеклассников и студентов. Вот такое, так это рисовалось в 1951 году. Гигантский самолет с атомным двигателем. Первый атомный аэроплан. Как видите, там написано. Приглядевшись внимательно, мы более-менее все это дело хорошо понимаем. В хвостовой части находится ядерный реактор. Он там помещен такой серенький. Они изобразили свинцовую или какую-то биологическую защиту. Там выделяется тепло. Это тепло циркулирующим коричневеньким теплоносителем жидким переносится в эту бочку. Видите, такая бочка. Бочка – это теплообменник. А воздух поступает в воздухозаборники на передней кромке крыла. А по воздуховодам подходит туда, в эту бочку теплообменника. Там сильно нагревается. Со свистом оттуда вырывается. Попадает на турбины. Видите, такие интересные многоступенчатые осевые турбины, каковые турбины, и должны крутить винты.
ибо в 1951 году тяжелый самолет понимался все-таки как самолет с винтами. Вот такую вещь рисовали, еще раз повторяю, в 1951 году. Вы можете нисколько не сомневаться. Рисованием картинок Popular Science дело не ограничилось. Американцы взяли самое большое, что у них было, а у них было самое большое. Это начало 70-х годов. Этот феноменально гигантский самолет был самым большим по размаху, по крайней мере, крыльев. Стратегический бомбардировщик B-36, Peacekeeper. Между прочим, они это чудовище начали проектировать в 1942 году, а где-то в 1947 году он уже летал. Поверить в это невозможно. Гигантский самолет сейчас, 135 тонн взлетной массы, продолжительность полета до 36 часов. Поршневой двигатель, 6 поршневых двигателей. Там салон, ну, спальная комната, естественно, санузел, кухня и так далее. Вот этот огромный самолет еще и был использован в качестве летающей лаборатории, сразу же говоря, никаких ядерно, вот этого ничего не получилось. Самолет летал со своими поршневыми двигателями, которые крутили свои винты. А что же было? А был суперкомпактный, сверхкомпактный ядерный реактор, который был помещен в фюзеляж этого самолета, в бомбоотсек. А для чего же они летали? А для того, чтобы выяснить практически, что будет с экипажем. Не, ну, разумеется, там была мощнейшая свинцовая защита. Потом там еще был какой-то резервуар, заполненный зачем-то водой. Простите, я не атомщик, не понимаю, зачем. Который, опять же, закрывал людей. То есть, они хотели проверить, как будут люди, как будет работать вся бортовая электроника, как будут работать, как это повлияет на материалы. Так, ну, всяких материалов в самолете. Вообще, вот самолет, на борту которого работает ядерный реактор. Что с этого может получиться? Они это дело, значит, летали довольно энергично. Ну, выяснили, что да, 12 тонн у них ушло только на биозащиту, на свинцовую. С 55 по 57 год выполнено 47 испытательных полетов. Пока, наконец, молодой энергичный Джон Кеннеди 26 марта 61 года не прикрыл это все дело, написав, что мы потратили более 10 лет и около 1 миллиарда долларов в попытках разработать, я цитирую, самолет с ядерной силовой установкой, но возможность создания самолета, полезного в военном деле, в обозримом будущем все еще представляется крайне сомнительной. А на этом деле они это дело закрыли, ну и как вы, наверное, уже примерно понимаете, примерно в то время, когда они это закрыли, это начали делать у нас, в Советском Союзе, причем у нас, это значит у нас, в Куйбышеве. А в 61-м году я уже вполне уверенно гулял под столом, а над моей головой, о чем я, естественно, не догадывался, летал Ту-95, советский огромный стратегический бомбардировщик, потяжелее даже этого, потяжелее, размах крыльев поменьше. А все то же самое, взяли самое большое, что было, на место бомбоотсека разместили компактный ядерный реактор, тоже было в 61-м году, как я уже сказал, произведено большое количество испытательных полетов. 34 полета было. Вроде бы экипаж жив. Свинцовая защита. Все сработало. И, соответственно, было решено делать следующий шаг. То есть двигатели, которые там были НК-12, турбовинтовые, действительно сделать уже ядерно-реактивными двигателями. То есть вместо камеры сгорания, камеры нагрева, в которой сжатый в компрессоре воздух будет нагреваться тепло, которое как-то будет выноситься из ядерного реактора. Но к тому времени наконец-то до всех дошла абсолютная бессмысленность этих затей. Чудовищная экологическая. Ну, тогда, по-моему, слова такого не было. Ну, понятно, радиация тогда было такое слово. Ну, и самое главное, колоссальный риск. Ну, самолеты падают. Самолеты падают. Не бывает самолетов, которые не падают. Падали, боюсь, падать будут. Самолет, упавший на землю с ядерным реактором работающим, это что-то очень интересное. Это дело закрыли в 1962 году. И на этом надолго, на 50 лет, на полвека, на два поколения, абсолютно безумная идея летать по воздуху над обитаемой землей, выбрасывая из себя огромное количество радиоактивного воздуха и рискуя тем, что ядерный реактор упадет на землю, вся эта бредовая идея была навсегда закрыта. Еще раз подчеркиваю, если ядерный ракетный двигатель
некое чудовищно сложное устройство, предназначенное для работы в далеком-далеком космосе, еще может находиться в пределах обсуждаемого, то летающий по воздуху ядерный реактор, причем работающий реактор, это то, что лучше было бы даже не начинать. Ну вот, собственно говоря, мы наконец и подходим к аналогонетному путинскому буревестнику. А последнюю, завершающую часть нашей сегодняшнего разговора, мы начнем с того, что никто не знает, о чем мы говорим. Этого буревестника никто не видел. То есть Путин нас всех пугает, но пугает он каким-то странным образом. Когда дети пугают, некоторые из угла выскакивают, там, тыкву, знаете ли, тыкву пустую на Хэллоуин, там, классники вырезают, свечку вставляют. А нас хотят пугать одними только разговорами. А его кто-нибудь видел? Его кто-нибудь видел? Вот видите, вот перед собой красивая картинка. Ну, согласитесь, она может даже и напугать. Это американские ядерные испытания Анатолия Бикини, 46-й год. Лето 46-го года. Только год прошел после первого практического боевого применения ядерного оружия. Американцы проводили эти испытания Анатолия Бикини, пригласили туда всех, в том числе и советских представителей, и советских журналистов, и советских журналистов в кавычках. Все пригласили, вот, пожалуйста, смотрите, у нас это есть. Вот, сейчас кнопочку нажмем, и оно бабахнет. Путин и коллективный Путин собирается всех пугать только разговорами, ничего нигде никому не показывая. Если же судить по тем мультикам, которые они показывают, обратите внимание, перед вами прямо скриншот советского, с российского телевидения, «Россия-1». Что мы видим перед собой? Мы видим перед собой очень характерный, очень понятный, в данном смысле печально известный, так сказать, вид, картинку дозвуковой крылатой ракеты. Циферки, которые мы видим перед собой, полностью подтверждают этот вывод. Скорость 270 метров в секунду – это 0,8 Маха. То есть, это дозвуковая крылатая ракета. Что у нас там? 2400 килограмм. Ну, больше всего это похоже на ту вот просто серийную Х-101, которую сейчас российский агрессор интенсивно использовал в войне в агрессии против Украины. Дозвуковая крылатая ракета не может быть, ну, просто сразу это не может быть оружием, которая переворачивает шахматную доску и весь стол. Дозвуковая крылатая ракета замечательно сбивается. Это было понятно в 80-х годах уже теоретически. А за последние полтора года, да, очень печально и очень дорогой ценой, но это выяснено практически. Дозвуковая крылатая ракета замечательно сбивается. Вопрос ее обнаружения был решен после того, как он-то давно был, но когда он был уже доведен до большой серии, поставлен на все, что летает, доплеровский радиолокатор, способный выделять движущуюся, она быстро движется, движущуюся цель на фоне подстилающей земной поверхности. Это тот режим работы, который имеет сейчас любой бортовой локатор, начиная от легких истребителей, кончая вот этими гигантскими аваксами, огромными самолетами с этим огромным грибом большого радиолокатора, которые сутками висят в воздухе и контролируют воздушное пространство на сотни километров. Так что она выделяется, обнаруживается, она после того, как дозвуковая, практически маломаневренная или вообще не маневренная цель, лишенная каких-либо способов активного противодействия атакующим, сбивается, это известно, это подтверждено практикой. Так что ничего переворачивающего доску здесь не может быть, даже если это существует и даже если оно летает. А что там внутри, непонятно. Имеются какие-то картинки. Картинки эти тоже, как видите, весьма-весьма напоминают вот просто что-то вроде серийной Х-101. А что там на самом деле, не знаю. Известно только то, что в 2019 году, в августе, уже была авария на полигоне, там, в Северных морях. Причем, в конце концов, даже было признано Министерством обороны российские человеческие жертвы.
С 2017 года они это дело испытывают, что-то, еще раз повторяю, они никому ничего не показывают, но при этом хотят, чтобы все пугались. А вот это непонятная вещь. Про товарища Сталина тоже никому ничего не показывали, но и не хвастались, в газетах появлением каких-то новых систем вооружения. Американцы идут другим путем. Они все показывают и всех этим пугают. А Путин решил одновременно сидеть на двух стульях, рассказывая в сопровождении своих мультиков, что это волшебная ракета, благодаря тому, что на ней ядерная энергетическая установка может летать очень долго и обходить зоны ПВО. Эта фраза «обходить зоны ПВО» вызывает у меня крайнее изумление. Хотя, в общем, что изумляться, да, как-то вот что изумляться. Если третья часть жителей Земли еще не выяснила, что вокруг чего движется, Солнце вокруг Земли, Земля вокруг Солнца, то, может быть, и разговоры про обход зон ПВО кому-то может показаться интересным. Обойти можно было вот это вот, то, что сейчас вот перед вами, вот этот расчет зенитчиков, и видите, там командир с биноклем. Вот радиус обзора этого бинокля, максимум километров 10, ну и зенитка стреляет, может быть, километров там на 7. Должен, потому что я, конечно, лишканул. А вот это вот можно обойти. Еще раз повторяю, в небе летают американские аваксы, которые контролируют все в радиусе сотен километров. Летают сотни, а Сенада, то тысячи самых разнообразных американских и натовских истребителей-перехватчиков, каждый из которых, еще раз повторяю, имеет радиолокатор, способный обнаружить эту штуковину на фоне подстилающей поверхности, после чего дозвуковая маломаневренная цель будет уничтожена, так же, как уничтожаются они практически сейчас. Что и как они собираются обходить, непонятно, а возможность этой ракеты часами баражировать, кружиться в воздухе, был замечательный, просто замечательный тактическим достоинством, превосходством где-нибудь в 1948 году. Но сейчас у нас 2023 заканчивается. И чем дольше она в воздухе, тем с большей вероятностью она будет обнаружена, причем заблаговременно обнаружена, и, соответственно, вероятность ее уничтожения таким образом только повышается. Подводим резюме. На данные путинские аналогов нет. Как и все прочие путинские аналогов нет. Является таковым, не имеющим, просто сравнить не с чем, по глупости, по абсолютной практической неприменимости и по наглости и тупизне, с которой эти фейки впендюриваются в сознание массового, и я вынужден констатировать, не слишком образованного зрителя и слушателя. Разумеется, к вам, моя почтеннейшая публика, это ни в малейшей степени не относится. Мне остается только поблагодарить вас за внимание.